Приветствую всех зрителей на канале Восторг. Сегодня хочу вам показать и рассказать о том, как готовить грядки к высадке растений, таких как томаты, перец в теплице. Ну, в моем случае, конечно, это может быть немножко необычно, нестандартно, так как я делаю эти грядки первый год, и у меня в этих грядках очень мало земли. Вот видите, у меня здесь практически все органика. У меня практически нету здесь грунта. Ну, я как бы его добавляла и немало, но так как я его перемешала с органикой своей, у меня практически органика получается. И сегодня хочу вам рассказать, что я буду делать и почему, как я буду готовить место посадки грядок. Давайте хочу вам показать, во-первых, температуру. Какая сейчас у меня грядка? Смотрите, 17 градусов температура грунта. Представляете? А это все за счет вот органики, которую я положила. Потому что в самой теплице, сейчас мы пойдем к градуснику, и я покажу вам, какая температура. Вот у меня 2 градусника. Смотрите, 6 градусов на 2 градусников. Сегодня в теплице 6 градусов тепла всего-навсего. А сегодня у нас 16 марта. Ну, вчера было, конечно, намного теплее, но сегодня такое немножко похолодание. И хочу вам показать вот эту органику. Я взяла, вырыла ров такой, видите, здесь просто плохо видно на камеру. Ну, вот ров такой на где-то 20 сантиметров я выкопала и засыпала в него грунт. Грунт с озера мы привезли, может, вы видите, смотрите, камень попался. Может, кто, если не видели мои предыдущие видео, не в курсе. Грунт с озера, здесь практически песок, ну, не знаю, не было где взять земли и привезти дорого. Мы просто с озера набрали, вот спустили озеро, и классный такой грунт получился. У меня вообще непригодная здесь земля в теплице для выращивания. Получается, что просто глина и немножко песка. Все, вот это вот такая здесь земля. Поэтому, как я делаю, вот этот вот грунт и очень классный, крутой разрыхлитель почвы, так как грунт, видите, вот комочками такой он всякий, то есть он не очень хороший. И нужно сюда добавить что-то, чтобы был доступ воздуха к корням. Вот, классная шелуха, очень рекомендую, потому что ее вы можете бросать сколько угодно, а для разрыхления перлит и вермикулит вы точно не сможете купить в таком количестве, в каком вы можете бесплатно достать вот шелуху подсолнуха. Вот это все я перемешиваю, получается, и когда вот все перемесила, добавляю сюда, вот есть здесь, где я все перемешала. Вот такая масса у нас получается. И дальше вот у меня в ведрах, я вам показывала раньше мой компост. Это он сверху подсох, а реально он вот такой вот черный, когда влажный. Я добавляю сюда этот биогумус. Это я сама его сделала, ну, вернее, черви мои сделали его. И такой вот классный. И все перемешиваю. И вот когда я все перемешала, у меня вот такой вот шикарный грунт, рыхлый, воздушный получается. И в него я буду садить свои растения. То есть здесь у меня этот ров полностью готов для высаживания. А пока в этом рову будет развиваться корневая система, это органика, которая у меня ее здесь очень много, получается, она уже переработается. И потом, когда корни к ней дорастут, будут получать питание. То есть я уже свои растения вообще ничем не буду кормить, потому что здесь очень много органики, ну, в этом нет необходимости. Здесь полноценное питание для всего, и биогумус, и все, что нужно, короче. И что вот это я вам сначала показала? Что это за препарат? Это препарат «Силушка». Ой, что яркости нету. Вот, биопрепарат ускоряет созревание компоста, перерабатывает органические отходы, улучшает качество навоза за короткий срок. Вот это я, эту силушку добавила в эту центральную свою грядку, получается.
Ну, конечно, для того, чтобы у меня эта органика быстрее переработалась. А в эту боковую грядку я добавила Байкал-М. Это эффективные микроорганизмы, получается. И хочу сделать такой, провести небольшой эксперимент по поводу того, где быстрее переработается органика. В этой грядке, где М-препарат, или в этой грядке, где силушка. И мы с вами потом будем наблюдать за результатом, и впоследствии я планирую тем препаратом пользоваться при необходимости там, для компоста или для еще чего-то, для ускорения перерабатывания органики, так как у меня ее на данный момент очень много. Вот так вот я готовлю грядки к высадке своих растений. Смотрите, будете наблюдать, что получилось, как растет. И что еще хочу вам показать, что получается у меня грунт полностью готов для высадки растений. Единственное, что, конечно, на улице прохладно, но планирую где-то через неделю, наверное, или две максимум, самое позднее, высаживать свои растения. Так как за счет теплых грядок у меня температура почвы, вы сами видите, вообще прекраснейшая. Плюс сегодня, ну, холодно, а температура почвы вчера была 17 градусов и сегодня на 17 градусов. Несмотря на то, что температура воздуха в теплице 6 градусов. На улице, кстати, я мерила температуру почвы 5 градусов на улице почва. Поэтому вот так вот, но я еще думаю, что все-таки из-за того, что здесь теплая грядка, дает температуру. Ну, конечно же, здесь на, просто что колоссальная, практически на 13 градусов разница температуры на улице и в теплице все равно не может быть, так как у меня здесь щели, у меня вот окна я не закрываю полностью, у меня два окна здесь таких вот огромных всегда открыты. Поэтому все-таки теплые грядки греют, дают мне, поэтому в этом году высажу все раньше, буду высаживать растения, получается, сразу с кассет, пересаживать сюда в грядку, так как у меня нет необходимости их пересаживать второй раз и где-то там с ними носиться. И если мне понравится этот результат и он будет работать, я буду так делать всегда. Какой смысл в том, чтобы эти растения 10 раз туда-сюда носиться с ними, и там нужен больше объем, больше грунта, так как у меня очень много растений, у меня где-то будет 500 растений, ну, около этого, возможно, даже больше. Поэтому какой смысл мне их, ну, негде, просто негде будет их деть. У меня нету таких условий, у меня там два стеллажа небольших, на которых сейчас эти растения, и планирую высадить сюда. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, кому видео было полезно, обязательно ставьте лайк. Всего хорошего, до встречи, хороших вам урожаев!